Всем привет, меня зовут Гончар Анна, я художник-керамист, автор грибного дождика и преподаватель лепки. Мы находимся в Санкт-Петербурге, в керамической студии «Лисий остров» Театра гончарного мастерства. Здесь есть все необходимое для творчества. Тут мы проводим занятия для взрослых и для детей. Здесь можно приходить лепить самостоятельно. Также у нас есть тематические мастер-классы, и об одном из них я сейчас расскажу. Все мои мастер-классы лепные. Я люблю работать руками. Для меня глина – это какая-то магия. Из глины может получиться все, что угодно. Как от грубого кирпича, и из него можно построить дом, так и прошель, например, вот колечко. Немного про этот мастер-класс. Я, конечно, не самый экологичный человек, но стремлюсь к разумному употреблению, к апсайклингу, к ресайклингу. Но конкретно тут сработал мой азарт трэш-хантера. Слепить изделия из дорогой глины, используя эфитарные глазури, может каждый, а найти клад – это совсем другое. Так родилась идея делать тарелки и декоративные полотна с боем цветного стекла. То есть со стороны кажется, что я беру глину, вбитые бутылки, и получается вот такая красота. Керамика – это не быстро и не так просто, как кажется со стороны. Многие сравнивают лепку с медитацией. Отчасти это так. Я верю, что глина живая. У нее есть свой характер, она не терпит спешки, и она учит смирению.